Сегодня в Усинске открыли обновленный хоккейный корт. Теперь, благодаря установке сменного напольного покрытия на лед, под белым куполом можно проводить турниры и соревнования по самым разным видам спорта. Репортаж Любови Лапиной. Реконструкция хоккейного корта завершилась в рекордные сроки, всего за 4 месяца. Объем работы огромный, отмечают тренеры и спортсмены. Металлический ангар заменили на легкую воздухоопорную конструкцию. Внешне она похожа на зефир. Купол закончили монтировать еще в начале ноября. Последние недели ушли на установку воздушных шлюзов и подготовку ледового поля. Здесь работы были сделаны, подготовка фундамента, потом, собственно, установка самого вот этого купола, потом энергосоставляющая, приточная вентиляция. По словам спортсменов, на обновленном корте тренироваться теперь гораздо приятнее. Стало не просто просторно, но и безопасно, ведь раньше на старом катке то и дело скрипели полы и крыши. Не устраивает пока разве что качество льда. Качество льда не удивило, то же самое. Еще накануне на обновленной крытой ледовой арене велись работы, однако заливочная машина так и не смогла беспрепятственно перейти через высокий порог на поле. Надеемся, сейчас заработает машина более-менее нормально, заливочная. Если сможет сюда выезжать, тогда будет все хорошо. В итоге сегодня ледовый комбайн начал работать, а это значит, теперь в безопасном и теплом комплексе смогут заниматься не только спортсмены. Все прелести крытой площадки оценят и рядовые горожане. Любовь Лапина, Слава Часовитина, Александр Вишняков, телеканал «Юрган», Усинск.